Добрый день. Мы сейчас находимся в Турции. Сейчас я вам расскажу про магазин Migros. Вот такой вот. Во-первых, это государственный магазин. Альтернативные цены. Довольно-таки дешево. Но самое тут интересное, что это курс обмена валюты. Тут есть такая фишка. Приходишь туда, в этот магазин, покупаешь, ну, что-нибудь, хоть просто воду. Вот. Цены тут указаны все в лирах. Отдаешь на кассе, допустим, $100 за воду. И вам спрашивают сдачу, как вам отдать, в лирах или в долларах. Вы говорите в лирах, и вам по самому-самому выгодному курсу во всей Турции отдают эту разницу в лирах. Поэтому люди, кто знает это, все время пользуются этим и идут менять деньги не в обменных пунктах, не в своих туроператоров, а именно в Migros. И тут довольно альтернативные цены, очень дешево. Сейчас мы покажем. Оливки 8,90 лир. На 12 надо умножать. Ну, примерно так, 12 сейчас. Ну, чуть там, может, побольше. Мед 19, 18 лир. 20 лир это 200, ой, сколько? На 12 умножаю, 20. Вот сейчас мы купили. 240 рублей. Специи. А цен что-то нету. А, нет, есть. Нет. 11 вот что-то. Это. Да, ну, это срок годности. В общем, неизвестно. Это что, это паста какая-то? 13,95. А, нет, не паста. Что-то жидкое. Гранатовый. 3,55. Вот они, спайс. Специи. Стоит 19,90, это 200 с лишним рублей. Ну, да. Но мы сейчас купили в маленьком магазинчике, да, конечно, за $2. Ну, сейчас расходят, они у них распродажа, они закрываются, отдали за $2 нам. Вот. Сейчас конец сезона, все очень дешево, распродают, отдают, лишь бы что-нибудь продать. Покупала $30, купили за $15. Что тут есть? Ну, тут красное. 3,95. 4 лиры. Ну, 50 рублей. 50 рублей. 3,95. 4,75. Масло оливковое. 39 лир. 32 лиры. Ну, просто пластиковых баклажках. Масло оливковое. Я понимаю, но если ститка, то тут по карте у них или как? Потому что мы даже тут если... на сарежке покупали, было написано, нам продали по цене. Даже 700, если рублей, вот это, мне кажется, дешево, железная банка такая оливка. 2 литра, да. 2-литровая банка. Да, хорошая цена. Тут шоколадки. Алкоголя тут нету, да? Это маленький Migros. Есть большие супермаркеты. Шоколадки Migros, по 5 намного больше, лир, по 2 лиры. Печеньки по 3 лиры, по лире. Минералка. 3 лиры. А там наши. Ага. В отеле у нас там столько живет котов. Вискас у них дорого по сравнению дорого, с нами. Дорого, очень дорого. Да посмотри. 45 рублей. Ну, больше это. Получается. Вот. В рублях. Ну, не знаю. А это вот рублевые, что ли? Наверное, рублевые. Вот. Это получается в рублях дешевле, чем в лирах брать. Наверное. 125.
Потому что ты по карте покупаешь их рублями, то тут берут в государственном магазине по курсу Центробанк. Такой обмен. Поэтому беру карты самые выгодные тут, в таких государственных магазинах покупать. Но только видите, у нас карты. Нет, это что-то другое, вот этот 40-90. Так, если 6 долларов... Нет, что-то это. Это что, орешки? 20 лир. Даша, ты что, идешь или что? Не знаю. А дети немного. А, вот вино. Вот 51 лира, да? Это 510. Ну, нет, подороже чуть. 500. Ну, будет 600 рублей, да? А у нас в отеле по 6 долларов продают вино. У нас даже дешевле. Ну, там не вино такое. Ну, я просто дорого стоит вообще. 11. Лир и песо. Правда, очень вкусно у них и пиво. 11.75 лир. У нас в отеле бесплатно их наливают. Попили 55.30 сразу 4 банки. Да, вон. Ну что, меда нет или? Я ж не смотрел. Гранатовый чай. Говорят, хороший. А ему придется завтра пить его. Чем больше. Ну, конечно, дешевле покупать на улице маленьких этих. Особенно сейчас, когда они закрываются. Да. На этот. Сейчас вообще сезон, такая все. Халява. Такая халява. Сейчас почти все отели все закрыты. Отели, да, закрыты. Уже стоят. Должен быть. Не знаю, куда эти. Да там косметика, ля. Здесь косметика. Пойдем. Куда пошли? По-моему, нету здесь меда. Да, там мед только такой вот был. Мед с орешками. Да. Хотели купить. Ну, говорю, вот Мигрос это самое, чтобы поменять деньги на лиры. Потому что если рынок приезжает уличный, то 6,80. Все в лирах. А так вообще-то все в основном долларов, евро просят. Ну все тогда. Все, расскажем потом о другом магазине. Это что это такое? А это вот эти вот сладкие штучки. 2,75. Что ты говоришь? Гранат дешево выходит. 6 на 12. 72 рубля, блядь. Килограмм, да? Угу. Вообще халява. Потому что у них тут они растут, вон. Вообще халява, бля. Но у нас 100 с лишним рублей килограмм. Сейчас. Даже 200, наверное, да? Больше не помню. Рублей килограмм. У нас в отеле лежит. Ой, такой магазин, конечно, огромный здесь. Везде распродажа, распродажа написано. А это что-то мало. Нет. Банка какая. Олег, ну тут цен вообще нету. Тут не поймешь, тут надо на каждое спрашивать. Здравствуйте. Все без ценника.
цены говорят сами. А сами говорят, они страшно накручивают. Нормально. Понимаешь? Да. Единственное, что может тут наклеечки. Ну зато красивые вот эти светильнички красивые. Турецкие тарелочки. До следующих видео в другом тогда магазине снимем, где цены известные. Все, пока.